Вот так красиво и душевно поздравляли сотрудниц матерей в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района. Ведь каждая из этих женщин стала источником жизни, любви и заботы для своего ребенка. Сумела реализовать себя в профессии и не устает отдавать свое тепло воспитанникам центра, оставаясь красивой и женственной. И эти добрые слова, цветы и подарки – еще одна возможность сказать спасибо и подарить им улыбку. В преддверии Дня матери и еще праздника Большого Покрова мы собрали наших матерей, наше учреждение, для того, чтобы поздравить их с этим праздником. Ну, еще напомнить всем, что мы, учреждение, созданы для того, чтобы оказывать помощь и услугу. В этом отношении мы хотим напомнить, что любовь есть разная, но самая вечная, самая лучшая любовь – это, конечно, материнская любовь. Поэтому материнской любви были посвящены творческие музыкальные номера в этот день, раскрывая во всей полноте многогранную женскую природу. Самая главная роль для каждой женщины – это ее материнство, это ее дети. И мы хотим своим творчеством выразить благодарность всем мамам, которые находятся сейчас здесь и вообще во всем мире, и в городе Бресте, и в Белоруссии. Созвучные празднику тематические выставки подготовили и воспитанники центра. В этот день каждый ребенок через свое творчество хотел поздравить свою маму и сказать ей самые главные слова. Моя любимая мамочка, я тебя очень сильно люблю. Будь всегда самой молодой, красивой и счастливой. С Днем Матери!